Братья и сестры, поздравляю всех вас с сегодняшним праздником. Сегодня мы с вами празднуем Антипасху, или как он называет, Пасху апостола Фомы. Вот мы сегодня с вами слышали, хорошо знакомый уже нам из практики прошлых лет, евангельский сюжет о том, как Иисус Христос по своему воскресению явился своим апостолам, своим любимым ученикам при закрытых дверях. Произошло так, как желал этого апостола Фома. Он смог убедиться воочию, лично, что Христос воскрес. Вот он слышал об этом от своих братьев. И он не мог в это уверовать. И хотел увидеть. И удостоился этого. Пожалуй, самые важные слова, которые прозвучали, которые являются вообще кульминацией да, вот этого события, в которых видна степень его веры, это те, что, как он сказал, что он признает Иисуса Господом и Богом своим. Вот хотелось бы, чтобы мы все признавали Бога никак не меньше, чем Он. Это для нас, для всех крайне важно и спасительно. Потому что если мы так не думаем, кто же для нас есть больший авторитет, и кто для нас есть спасение, кто для нас есть тот плод. Значит, кто-то другой не наш Бог, а не Он наш Господь. И, а за кого мы тогда считаем Христа? То есть это, по сути, важнейшая исповедь нашей веры. И хотелось бы, чтобы мы вот в этом воспоминании нашего спасения, то есть Пасху мы можем понимать как наше спасение, антипасху, как воспоминание об этих событиях. И сохранить эти мысли нам необходимо на целый год постараться внутренне преобразиться и начать нашу духовную жизнь, вообще нашу жизнь, с чистого, с нового листа. Ведь мы встретили светлый праздник Пасхи, вспомнили, что победа над смертью одержана. Все имеют надежду на спасение, возможность спастись вечности, что может для нас быть больше. Главное, чтобы наше состояние не позволило нам погибнуть, а наоборот, позволило нам достичь Царствия Небесного. Вот всего этого я нам желаю такого благого состояния и сохраниться в нем на весь будущий год и снова встретить светлый праздник Христового Воскресения, жить дальше, и чтобы жизнь наша была в тех рамках, которые Богу угодны, которых Он желает. Чтобы Он жизнь каждого из нас причесал, скажем так, таким образом, чтобы она была нам во спасение, а не в погубу. Еще раз всех поздравляю с праздником. Отходите ко Христу.